хотели бы спросить, что лично для вас значит финансовый университет и такая весомая, круглая, приятная дата? Ну, считайте, что половину из этой даты я прожил в этом университете. Пришел студентом, а сейчас уже ректор почти 13-й год. И, конечно, все, что произошло в этом вузе последние 50 лет, я к этому причастен. И, конечно, не могу не радоваться тем достижениям, которые есть в первую очередь у выпускников. Я желаю вузу дальнейшего процветания, сохранения вот этой особой образовательной атмосферы, и чтобы Финка всегда процветала. Дорогому, любимому университету еще 100-200 лет процветания, счастья и в добрый путь. Ну, прежде всего, я, конечно, хотел бы поздравить родной университет, всех его сотрудников, студентов, аспирантов, выпускников со столетием. Для своего возраста он очень хорошо выглядит. Поздравляю весь коллектив профессорско-преподавательского состава, всех студентов с этим большим праздником. Хотел пожелать вам удачи и успехов. Спасибо. И очень важно, что вот эта среда, которая начинается с финансового университета сегодня, она продолжается в жизни. Если ты когда-то стал финансистом, то ты никогда не будешь бывшим. Я еще раз искренне, от всей души поздравляю всех вас, сидящих в этом зале, сидящих, возможно, у экранов телевизоров, с Днем финансового университета. А на самом деле это День финансиста, хотя он в сентябре. С праздником еще раз! Отметить столетие финансового университета при правительстве Российской Федерации. А мы, Анастасия Макеева и Максим Павелин, спешим поздравить вас с юбилеем университета, который по праву входит в число лучших вузов нашей страны. С праздником!